не могу налюбоваться своими помидорчиками. Я их из семян выращиваю. Это балконные специальные. Своей клубничкой. Красивой. Этот куст побольше, этот куст поменьше. Хотела найти, вот я, которая сажала семена седек, хотела найти эту упаковку, это еще было весной, но, к сожалению, не нашла. Нашла только руколу, специально не выкидывала, вот ее уже всю съела. Она у меня тут плодоносила 2 месяца, я ее, видите, обрезала, обрывала, она у меня снова вырастала, и я ее до сих пор ем. И укроп обалденный, это тоже все семена компании седек. С удовольствием я уже... Но месяц ем зелень точно свою. Кайфую. Вот еще помидорчики. Тоже жирненькие. Это тоже балконные. Тоже от компании Сидек. К сожалению, не нашла упаковки, чтобы вам показать, что это за помидоры. Недавно посеяла еще себе, как она называется, мята. Но она еще не проросла. Вон, вижу только одно какое-то семечко проросшее. И вот тоже плохо видно. Хочу, чтобы на балконе у меня были кашпо с мятой. Вот какая красота. Скоро буду урожай собирать настоящий. А семена покупаю вот в этой компании Сидек. Если кому интересно, ссылку на них оставляю. А, вот это вот на улице у меня, правильно вы сказали. Вчера показывала цинии, мне сказали, верно. Вот такие и такие я посадила. Они у меня замечательно на клумбах растут. И эхиум уже зацвел. А цинии вот здесь, если присмотреться, на клумбе на моей. Вот рассада цинии здесь, с этой стороны. Понад краю тоже они еще не выросли. И вот с этой стороны тоже цинии. А эхиум вот здесь. На улице холодно сегодня, а дома тепло.